девочки и мальчики, привет всем! Мы на вокзале. И вот мои красотуны. Тетя Аля моя, Мариша и Винченцо. Мы едем в Юрмалу. See, there's our house right there. See the church? Yeah. Винсент узнал, вон наш дом. Да, это вот там церковь Святого Петра, и Винсент говорит, вон наш дом. Да. Короче говоря, я думаю, какие дураки, кроме нас, ездят во вторник в холод в Юрмалу. Наверное, только мы. Не-не, мы Юрмалу любим. И зимой ездим гулять. Да, и зимой? Конечно. Ну, если тепло одеться, дышать морским воздухом. So, Винсент, you're going to Юрмала? Юрмала? Yes. Did you ever hear the name Юрмала? Never. No. How do you spell that? With a U? Is it Юрмала. Юрмала. Супер. Супер. Is it with a... It's a Y. Oh, Y. U. U. R. M. A. L. A. Okay. Юрмала. Мне куда бутылку положить? Посмотрите, тетя Алика у нас какая красивая стоит. Бутылочка под мышкой, все. Сапожки тепленькие. Выпивка под мышкой. Да. Видите? Все, поехали. Я даже не узнала. Я ищу розовую куртку, а она лишь со светлой. Ты, наверное, про это тогда сказала, а я про нее вообще забыла. Говорила Наташа. Ждет наш поезд. Электричка. Давайте посмотрим мордочку этой электрички. Ну как вам не показаться-то? Ну, вот. Фальконе встречает поезд. Смотрим. Тетя Али телефон. Тетя Али, покажи телефон свой. Такой телефон надо обязательно показать. Посмотрите, какой клевенький. Вот нам всем, я всем вам желаю вот такой телефон, чтобы никто не сидел на телефонах во время ресторанов, а просто имели телефон только для того, чтобы позвонить. Именно для этого создан был телефон. А теперь люди сидят и общаются между собой переписками. Да, правда, тетя Али? Вот у меня правильная тетушка. А это неправильная сестра, которая уже день-день начинает. А я так вообще, про меня вообще речи нет. Thank you.
нас уходит. Я здесь, конечно, ничего не помню абсолютно, хоть и была несколько раз, но как-то, посмотрите, какой красивый там дворец прям стоит. Марина, а что это за дворец, вот, вот этот беленький? Ну, это не дворец, это просто особнячок. Жилой дом? Ну, в данный момент не знаю, может, там какой-то такой маленький частный отель. Говорят, очень хороший ресторанчик здесь, сразу, можно сказать, у выхода с поезда. Очень хорошие шашлыки. Ну, это в Булдуре. Да. Центральная улица города Юрмалы. Йомас? Йомас. Ой-ой-ой, мальчик-то упал. Встань, пожалуйста, быстро. Возьми шапку. Видите, как мама строго, хорошо с мальчиком. Объясни Винсону, что это... Винсон, this is the central street called Йомас. Йомас. Yeah. Small town. Central street of Юрмала. Вообще красиво, конечно, здесь, правда? Здесь так красиво, симпатично. Когда тепло. Ну, что-то мне подсказывает, что на море будет сильный ветер. Да? Конечно. Вот дворец культуры Юрмальский. Который дворец-то? Вон, там а, вон сюда. Дворец. А я поворачиваюсь. Все поняла. Там дворец культуры. Улочка симпатичная. Очень маленький городок Юрмала. Vincent, how do you like Юрмала? Юрмала is Юрмала. What do you say? I don't know, it's not exciting. Он говорит мне, а что здесь такого, вот, вот такого прям, вот что, вот хотели сюда поехать, что здесь такого красивого? I don't know, Юрмала, it's everybody like. Yeah, why? Because it's next to sea. Yeah? Maybe things are cheap here to buy? No. No, not cheap. Он говорит, может здесь что-то дешевле? Говорит, старые здания. You don't find that it's beautiful here? No. Huh. You think it's in Riga much more beautiful? Oh, yeah. Riga, говорит, красивее, конечно. This reminds me of more like a small town in Florida. Говорит, похоже на маленький город во Флориде. Like a Mount Dora? Yeah. Like, yeah. You know, Mount Dora is bigger than this. More pretty. Ну, да. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим, что. Ну, что-то и рукава как вроде коротковатый, нет? Ну, вот если вытягивать руки, тогда может быть... Вот такой пуховичок. 210 евро. Да, ну, может быть, скидку какую-то можно тоже спросить у нее, хозяйки, если что. Угу. А нет ничего подлиннее у вас такой? Ну вот пуховики, пожалуйста. С такой серебряный, чтобы. Но это очень длинный. А вот так, чтобы. Такую длину. Смотрите, какие классные черевички за 145. Винсент! Винсент мне говорит, тебе понравилась эта куртка?
Я говорю, ну а тебе? Он говорит, ты выглядишь как алюминиевая банка из-под пива. Yeah, Coors Light. Ой, не могу уж придумать, так прям до слез смешил. Not for you. How you say I look like what? A tin can. Tin can, то есть алюминиевая банка. Ой, не могу. Видимо, здесь очень хороший такой ресторан. А мне кажется, мы даже здесь сидели. Мы здесь кушали в этом ресторане однажды. Но это было, конечно, летом. Да. Есть петушок тут. Гребешок. Видите, какие аптечки здесь. Вот он будет искать сейчас, что здесь есть. Винсент купил себе. Как он купил, как называется? Малоокс. Малоокс от изжоги. И тетенька там была такая в аптеке, я не знаю. Ну что, Марина, это такое? Ну, сначала все. Билеты нам продавали, во-первых, на вокзале. Можно сказать, тетенька, я не знаю, я ей спросила у нее, может, я вам должна чего? Она такая вот была недовольная. Побитая. Осенний. А эта тетенька чего? Осенний. Что мы этой должны были? Кризис. Тоже такие вот попадаются нам. Ну, вообще, в основном здесь очень хорошие люди, но попадаются особенно иногда. Особенно, которые рядом. Да. Винсент, it's better or not? Yeah, all better. Видите, он. Good. Не знаю, что он такого съел сегодня. Хотя он завтрак готовил сам нам. Может, кофе крепкий? Не знаю. Мы знаете, куда сейчас подойдем? Я очень хочу, чтобы мы подошли в то место, где однажды я с Мариной гуляла. И оставила там кучу денег. Ой, не вспоминаю. Не думайте, это может, не в казино. На лавочке просто села. Посидела. Припечатала. Припечатала и ушла. Я говорю, мне эту лавочку покажи, пожалуйста. Мы сейчас пока ехали в Юрмал, вспоминали эту историю. И Марина говорит, после этой истории она всегда, что ты всегда делаешь с деньгами? Нет, я вообще оглядываюсь, когда встаю откуда-то, всегда стараюсь оглянуться. Потому что я положила кошелек с деньгами, на кошелек я положила пакет целлофановый там с какой-то фигней, купила там мишку какого-то плюшевого или чего. Посидели мы на лавочке, я встала, мешок взяла и пошла, а кошелек остался на лавочке. Ну, сумочка у тебя была такая. Ну, такая, как, как это называется, портмоне или что-то такое. Ну, такая, да, сумочка. И когда мы шли уже на вокзал, не доходя до вокзала, я увидела, что у меня нет денег. Как мы с тобой бежали. Ой. Бежали, бегали. Ну, там какая-то крутилась, это дворник или кто-то, да? Я думаю, что вот этот дворник-то она и как раз взяла. Да, ну, конечно. Мы когда у дворники-то подбежали, говорим, не видели. Она говорит, конечно, не видела. А что она скажет, видела? Тогда было всем голодно и холодно. Поэтому тетя Аля говорит, да. Тетя Аля тоже очень хорошо эту историю помнит. Ну-ка. Да, да. Ну-ка, я расскажи. Хорошо помню, да. Что расскажи, что ты помнишь? Расскажи, как я помню. Как дядя Витя к тебе на кухне подошел. Шепотом прошептал, и как я сразу. Мы с Мариной на кухне, ой, не на кухне, а в комнате. Дядя Витя к нам пришел, говорит, что у вас случилось? Мы такие, да ну, мы не хотим говорить. Да, да, да. А тетя Аля не хотим говорить. Он, да скажите мне, я не скажу ей. Да, да. Мы с ней, дурочки две, значит, все это выложили. Да. И он просто молнией побежал на кухню. Просто молнией. Алла, Алла! Да. Все. И Алла уже у нас, на нас прямо с этим, со шваброй побежала. Выпустила все. Помните, весь, да, эту историю? Весь гнев. Как эта история? Так, это, да, да, как эта история отложилась. Видите, как Наташка памяти, да. Приезжала, им такие прям память такой всегда. Ой, оставляла. Натали, Наташенька, да. Ну да, но помнишь. Зато память-то какая, правда? А так бы и не запомнили память, ничего. Да. Ладно, деньги-то ну, уже. Ну вот сейчас мы идем к этой лавочке в надежде, может, мы все-таки найдем эти деньги. Хотя бы лавочку, да? Да, хотя бы эту лавочку найти на самом деле. Да, было, конечно, очень... Не весело тогда, правда? Очень не весело, да. А тогда на вас какая-то вот ответственность лежала за меня, да? Ну а как же, конечно. Ты же все-таки была у нас в гостях. И вдруг осталась без денег, правда? А как мы тогда выкручивались, я уж что-то и позабыла. Я тоже не помню. Ну как-то же выкрутились. Ну как-то да, я потом приехала, бабуся сказала, говорит, деньги ты потеряла. Бабуся еще сказала, да? Да, сказала. Ну, да. Да, ну все, вот такие истории у нас. Такая история, да. Ну вот такая осень в Юрмале, идем. Очень симпатичные здесь коттеджики.
Вот видите, моя банда идет. Втроем. Тетя Аля у нас такая бандерша прям она. Она нам говорит, что, куда, чего завернуть, да. Где поесть, да. Что купить подешевле и как подешевле купить. Да. Все правильно. He was born by the roadside in a broken down carriage. Came into life on the run. Found on the doorstep of a nearby orphanage. No. Вилла, я не знаю, сколько она стоит, конечно, но вот такая вилла. Очень жаль, что нельзя показать open house. Я бы с удовольствием, конечно, сходила и показала, но, наверное, здесь никак. Даже если позвонить, Марина, то не покажут нам, да? Ну, здесь не факт, что кто-то есть это в данный момент. Видишь, она закрыта. У вас вообще такого нет open house? Ну, почему? У риэлторов, наверное, есть, скорее всего, конечно. Но это надо договариваться с хозяином. Такие симпатичные ресторанчики, и там для детей, и лошадка, и есть Симба. Вот какой-то тоже. Мы уже подходим, можно сказать, к морю. И вот смотри, какой ресторан симпатичный, вообще обалденный. Прям какой-то дворец, я не знаю, прям вообще. Так, что здесь? Завтраки. Как называется? Два мужика называется или что? Нет. А, живая музыка. Я читаю два мужика. Смотрите, живая музыка. Ой, как называется Пегасов? А, Пегасов плюс. Тоже интересный ресторанчик, конечно. Они читают. Вот он, концертный зал Дзинтари. Там, где раньше проходила «Новая волна», да? Да, сейчас рандеву. Сейчас... Так, а где сама сцена, ты, я не понимаю? Вот. Внутри? Да, да, ты сейчас где? Ее не увидишь. Дзинтари концерт. Вот здесь сцена, а там вот... А, вон вижу, там сцена. Да. Нет, ты не видишь ее, она вот с этой стороны сцены. Где вот здесь раньше стелили красные дорожки. Проходили. Ну, понятно. Они здесь проходили, что ли? Здесь они шли? Да, здесь шли, вот туда. Да. Но сейчас Лайма этот бизнес перехватила. Сейчас теперь это Лайма, да? Вот за это как сам. Как часто она здесь делает? Это каждый рандеву? Год. Да? Летом, да, в июле. А ты сюда ездишь? Да, каждый год. В этом году только не была, потому что уже все одни и те же. А, нет, не знаю. Знаете, какие себе пришли? Стульчики. Здесь кто? Кто здесь пел? Да. Ну вот еще раз показываю этот концертный зал Дзинтари. Но ничего такого мы тут не увидели, конечно. Не можем. А, не доел. Захочешь еще дарить? Is it good? Yeah, good. Yeah. Yeah. Видите, как она хлебушек прям. Бедненького винюшку. Ну, she eat all her lunch on it. Ага. Он говорит, я съел весь ее ланч, переживает. Да ну прямо, ничего, я ему весь отдала. Скажи, что а он переживает, что он сейчас все съест. Нет, твое. Нет, скажи, мне не надо. Пускай нет, ест. Нет, ну пойдемте кушать, если кто. You can eat all. No, good. Ну ладно, можно кушать. Идеально, его хочет покормить, а он переживает, что он ее булочку съест. Подождите, давайте решим. Да у меня там есть еще. Если... Борис, зайти уже, ну что же, они все останавливаются. Давай здесь поедим, давай здесь поедим. Но нам надо посмотреть на море, на Балтийское. Ну как? Пусть оно будет дуть нам в лицо. Пусть оно будет сердитым сегодня. Но нам надо на него посмотреть. Очень даже симпатично. Чувствуется, что по морю не погуляем. Ветерок, конечно, приличный. Ветрено? Ну да. What sea is this? Ну, вот оно. Оно море. Начинается. Начинается с моря. Это все, что здесь есть. Вид застал такой, сказал, еще мы пса пришли. Добрый день. Let's go swimming. Come on, mama, we'll go swimming. Винсент говорит. Well, you and my aunt go swim. And we're gonna look. Me and Alan. Да.
Мы с Аллой пошли купаться. Да. Тетя Аля пошла бы купаться здесь. Да. Если бы заплатили вот сейчас тебе $1000, пошла бы купаться. Ну, если в одежде в это окунуться, можно. Ну как, а потом. Ну, а потом, как в одежде? А потом наоборот. Наоборот, надо раздеться, да, а потом сухую одежду. Раздеться, одеть. А потом на $1000 купить. Да, потом на $1000 пошли купить вон, куртку. Серебряную. Which way is home? This way? Какой, в какой стороне наш дом? We'll swim home and leave you here. Oh, there's many, many miles. Miles. И в Болдарай уходит. В Болдарай. Yes. They там, even don't know what way home. И в Ассари это идет море, берег этот туда. She said, Trump say that you buy from me raspberry. Oh. So that lady know Trump. You got oh, to buy. Oh, you Donald Trump, yeah, eh? Yeah, go buy oh, some. Boy. Go buy. You like go Trump, buy. Eh? Yes. Oh, yay. Donald Trump. You want some raspberry? Yes, buy some. Okay. Давайте. Раз Трамп сказал, значит купим. Да, Трамп сказал, что вы взяли его. Which one you want? Buy some. €3. Three? Да. Well, возьмите маленькую. Да. Конечно, возьмем. Россия меня... Трамп сказал. Да. I don't have three. Да. He like Trump. Да. Ему нравится Трамп. Он да, любит Трамп. Да, Трамп, да, хороший. А как вы к Трампу относитесь? Ну, нормально. Да? I don't have three euro. По телевизору смотрите да. Трампа? Да. I don't have three euro. You don't? No. You have three euros. No, I don't. I have 20. Нет. А у нас 20 евро. Я поменяю. She have change. Да. Yeah, she does. А сколько коробочек? Yeah, she does. Я поменяю. Да. Ну, это все у меня маленькое. Это у вас с вашего сада? Да. О, видите? Классно. А почему одна какая-то желтая? А желтая? А желтая. Это что, такой сорт? Да, сорт а, такая. А, я думала, она не зрелая. Не, сладкая. Самая сладкая, да? Она желтая. Да. Mm. Ну что, yeah. Винсент? 20. Во. Давай. 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 Света не знает. Давай знает. Десять. It's ten. Fifteen. Еще два. Сколько наторговали, дели? Нет, завтра надо. Я беру на завтра, сколько денег. Никто мне не даст. А вы здесь живете, в Юрмале? Нет, Шлока. А, деревня, деревня-то. Ну, какая деревня? Шлока, да. Ну, нормальная. Mm-hmm. Два по евро, да? Да. О, выбирайте. Ну, бери, которая тебе нравится. Которая вам подарит. Тетя, вы тут выбирай. Да, которая может побольше насыпать. Вот это может, нет? Ну, бери такую. Да, берите. Ну, нам подносик-то не надо вам возвращать? Не, не, не надо. Ну, все, спасибо. Спасибо вам, Трамп. Спасибо. Спасибо. Трамп, спасибо. Кушай. Ой, да, да, кушайте сами. Не, кушай, кушай. Ну, давай. Спасибо. Спасибо. Винсент, you try. You try. This is real ones. Yeah, I see that. Not fake. Да, сладкая. Ну, вкусная. Спасибо. О, Латвия дружит из Америки. Yay, Trump. Yay, Trump. Trump. Yay. She grow that in her garden. No, oh, very nice. Спасибо вам, что вы подошли. Спасибо. Спасибо вам, здоровья, здоровья. Вам тоже здоровья. Не мерзнете сильно. Да, я сегодня, вчера замерзла. Сегодня конечно. Try one. Eat. Ну, я уже кушаю. О, о. Нет, возьми у него. Возьмите у него. Но он хочет, чтобы вы у него взяли. Вам надо. Ну. Правильно, да. Здравствуйте. Вкусно. Здравствуйте. О, мальчик мой, видите, я в Москве. Он первый взял. Себя, да, малинку? Да, он первый взял. Видите, да, банку. Большие были. Очень вкусно, да. Это из Америки. Во. Трамп. Трамп. Она сказала, Трамп. Трамп сказал, что купили, он купил. She said, Donald Trump, I come over. Мальчик хороший. Huh? Do you like your one? Yeah. Oh, yeah, it's very fun. Yeah. Have a good time. But the weather is cold, but the atmosphere is very... Видите, как все по-английски чешут? Да. Yes. Breathing. Все по-английски чешут? Да. Да, молодые все знают английский. Кто
мальчика научат. А вы знаете, английского не будешь знать, если не будешь путешествовать. Вот, ну да. У него есть опыт. А вы в России? Да, вы из России? Да. Да, из Москвы. А, из Москвы, да? Я тоже из России, но я живу в Америке 17 лет. Южный? Вас не в Южной Америке. Ну, когда я и приезжаю. Ну, Южной Америке. Нет, не в Южной Америке, в Северной. Во Флориде. Да, слышу. А если Южная Америка, там что? Она встреча завтра. Ну, она уже давно в Америке. Я в Южной хочу. О, Женя. Ты знаешь, где мы живем? Ты знаешь Микки Мауса? А? Микки Мауса знаешь? Ну, такое сказочное. Ну, Дисней, знаешь Дисней, Микки Маус? Дисней. Дисней, знаешь? Ну, откуда он может? Мультики Диснея, он не смотрит? Кино с Пиксар. А Микки Мауса не знаешь? Пиксар. А Синдереллу тоже не знаешь? Ну, может, не знаю. Вот мы там живем. Где Микки Маус живет. А вас, знаете, рядом под зоопарк, я по ним там лазю. Ну, там, я представляю. У нас там препятствия прям по деревьям ты лазишь. Да? Послушай, а сейчас там в аквапарк, наверное, холодно, да? Ну да. Ну там большой, я видел его. Да. Мы вчера только приехали вечером. Так ты из Москвы? Да. Из настоящей Москвы? Да. 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 Ничего себе. После школы в ванной, а вон... Сразу. Слушай, и ты даже был на Красной площади? Нет, но я ее видел. Видел. А куда ты ходишь в Москве? Что в Москве интересного? В Москве, ну, очень интересно. Ты в театр. Ну, у тебя много друзей. Ну, да. А в каком классе ты учишься? В первом. В первом? Да. Нравится в классе учиться? Да. Развинутый девчонка, мальчик. Девчонок, за косички дергаешь? Хороший, красавец. Нет? Красавец у россиян. Да, такой. Москвичи, они все очень разговорчивые, очень эрудированные. Да, да, да. Женя. Женя, скажи, сколько тебе лет? Семь. А у тебя есть братик или сестренка? У меня братик, кот Юли. Как? Кот мой. Кот. Это братик или кот? Кот. Кот, окей. Покажу, может быть, вам. Послушай, а по коту ты скучаешь по-своему? Да. А какого цвета он? Коричневого. Коричневого? Большой? Маленький. Небольшой. Фурни наелся и в больницу. Слушай, скажи мне, а в Москве холоднее, чем сейчас? Здесь? Ну, первые дни дня... Летом было плюс 30. Да. А сейчас как? А сейчас? А сейчас у нас холодрыга. Тоже холодрыга. Да, холодно. Скажи мне, а в школу как ты? Ты на автобусе едешь, мама тебя возит или ты пешком? Мы через парк у нас. Мы через парк очень часто едем. Вообще лафа, короче. Через парк мы очень часто ходим. А учительница хорошая у тебя, добрая? Заместитель директора. Да ты что? Так вообще круто, слушай. Вообще. А она оценки тебе хорошие ставит? Ну иногда, иногда нет. Да, ну как? Ну, иногда много на работу задают, да, домашние? Да. Ну, и ты справляешься? Да. Не-не-не. Ну, все тогда. Я туда пойду. До свидания. Передавай привет всем. Передай привет бабушке или кому надо будет смотреть. Передай бабушке всем привет, как ну, Юлю. Как ты смотрел «Поле-то чудес», так же можешь передавать привет. «Поле чудес». Мама, дай мне покажу. Малину не забыл. Ну все тогда, девочки, мальчики. Да, спасибо. Мы тоже вам передаем всем привет. Я тебе покажу, когда Юлия покажу. Мама, давай. Ну, кому показать хочешь? Кота нашего. Кота, ну покажи мне. Давай, кота. Подержи флажок. Покажешь. Покажи кота. Да. Как зовут кота? Юлий. Юлий. Как Юлий Цезарь. Да. Ну надо же. Но на самом деле у нас немножко по-другому. Мы назвали его в честь коня из мультика «Три богатыря». Да. Слушайте, а Дисней, видимо, уже в прошлом, да? Уже никто не знает. Видите, я ему Микки Маус, а ему пофиг на Микки Маус. Да? Это кофе. Ой, какой кот-то вообще красивый. Породистый, да, у вас? Да, это Бурма. О, какой большой красавец. Бурма, я никогда не слышала Бурма. Красавец. Большой она, большой? Нет, не очень большой. Ну, вы же знаете, их там было много. Много, и вы купили вот именно его. Мальчика. Кусается. Ну, только с мамой спит. С тобой не спит? Нет. Только на кресле сидит. Слушай, скажи мне, а ты в школе изучаешь? Будешь изучать английский язык? Вот мама у тебя... Мы изучаем. А что ты знаешь по-английски? Hello. Так. Это смета, я из песни. Песня Адель. Да. Ну, напой немножко-то хоть. Я не знаю. Hello.
Hello, it's me. Ну, и достаточно, да, нормально. Hello, it's me. Ну, ты можешь скоро, как мама, да, говорить. Мама-то по-английски шпарит, у тебя, да, только так. Это у нас папа шпарит вообще. Папа вообще шпарит? Ой, ну вообще-то. Тогда тебе точно можно по-английски не бояться, не говорить. Будешь говорить. Ну все, а вам хорошего дня. Большое Женя. Спасибо. А вас как зовут? Ксения. Ксюшенька. Спасибо. Ну что, мы решили пойти в ресторан «Юра». Значит, море по-латышски. Мы идем сюда, вон мальчишечка-то с нами, он все, мне все рассказывает. Уже даже не поняла, честно говоря, про что, но такой прям мальчишечка очень умный. Мы прям соседи в гостинице. Видите, какой? Вот они тут где-то живут, в этой гостинице. Видишь, отголоски. Ой, господи, розочка-то совсем. Отголоски лета. А еще и не пахнет уже. А даже, кстати, еще немножко пахнет. Да. Ой, молодец. Женя, дверь нам держит. Женя, ты нам дверь держит. Да. Да. Ой. Смотрите, какая красота здесь. Ой, а лестница-то какая. И там мужик сидит в пиджаке. Галерея. Вот какая атмосфера здесь красивая. Как здесь... Балдежно, вообще просто балдежно, на самом деле. Взял пивка для рывка, а вот это вот у нас чайничек и чашечки. Видите, нам несут вилочки, все на тарелочках, на беленьких. Все красиво, вообще такой ресторанчик симпатичный, на самом деле. То ли это моряцкая тема здесь, наверное, да, там повар стоит в моряцкой. Ну да, что-то. Здесь даже номер из Невады. Кораблики на потолке, кораблик сзади, морские узлы, вот так. Нам дали имбирный чай. Just try and tell me how you like it. Made with sugar. Oh, strong. No good? What? It's very strong. Фускатин. Ну вот. Ты чай. Блин, надо было посоветоваться. Не знаю. Это как имбирь называется? What name of this? Марина said it's tasty. You don't like it? I like. It's aromatic. No. Sugar. Винсент, нам дали имбирный чай. What is that? Вот это всякие какие-то мухи. Мам, ну это от этого. Нам дали имбирный чай. Винсент. Roach? Мама. No. Что ты ищешь чашки? Okay. Что чашки ты ищешь? She doesn't like. У меня такие чайники. Ну ладно, так не акцентируй внимание. Винсент, try this tea. Try it. Oh, here we go. Try it, what you say. Maybe I got some too. No, I got there is just try and say what you like. There is imbir. Oh. Imbir. I thought that was his friend. Try. Какой термоядерный чай у нас? Чай. Ooh. What? Oh, whoa, it is really. What? Oh, фускатин. No, он дезинфицирует. That's not good. Да, вообще такой... На чай-то не похож, правда? Ну, что это? Ну, what is that? That is, get the name of that stuff. What is the name of that stuff? Сейчас было посоветоваться. What do you say, baby? I forget the name of that. I forget too. It's imbirь. Как по-английски имбирь? А тебе не нравится? Васаби еще как по-английски? Ну, я не знаю. Имбирь, что есть имбирь? Ну, вот... It's a root. You can see what it is. Yeah, we can see, but we don't remember the name. Yes. Vincent, tell me what name. I could tell just by the smell. It's I know, it's like it's a root. Yes, it's yes, a root. Ginger. Yes, ginger. Ah, ginger. Yes, ginger. Ginger. That's good for you. Тетяля, куда нас с тобой завели? Да. Какой ресторан? Ресторанище. Put sugar. Даже мальчик убежал уже этот наш разговорчивый отсюда. So you can't have ginger and beer. So with the beer, then ginger is not good. Что, мама? Вот видите, как с булочкой. Ресторан со своей булочкой. Чай. Тетя Аля говорит, еще неизвестно, какие
мне лепешки принесут. Ребята, сами. Вот батончик ты то вкуснее. Что там? Давай уже разливай батончик на всем. Да, надо на всех отдать. Ой, не могу. Дай Винсу, но он будет со вторым что-то кушать. Дай ему. Что дать? Булочку давай. Он будет. Дай ему. Винса, this for you. А for you, grandma. Да принесет, не принесет, очень неизвестно. К лепешкам кстати, надо. Окей. Прячь. Прячь. You need to hide it because somebody will take it from you. You see that how good? Yeah. That's good bread. With tea. Look, take a tea. No, food. Ну я могу попросить просто горячей воды. Не надо. Хотите разбавить? Вода здесь тоже деньги. Тут за все берут деньги. Ой, я могу. Кстати, у Винсента-то какой нехилый обед. Мясо. 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 А что такое? Овощи. Стейк. Стейк. А что за стейк-то какой-то, как пирамида? Возьми себе вилку. Да. Не вилочку. Винсент. What? И хлеб забрал. И вилки. Дайте хлебушек. Хлебушек пускай, что мы заказывали. Очень хорошенькие, да? Steak, Чего хотите? Only this one. Okay. Я думала, просто воды горячие у вас можно, а то очень такой термоядерный чай. Просто отдельно. Tell me how meat here. Так, вот этим мне нравится. Подожди, ты еще не начала кушать. How you like? Наташ, будешь наше блюдо снимать? А вот как раз хлебушек надо нанять, финки мне. Ну вот смотрите, у девочек у наших блины. Или как они, картофельные оладьи. Картофельные драники. Драники надо. С лососем. Русское национальное блюдо. Да, вот мне тоже несут то же самое. Тоже лепешки. Ну да, я поняла, да. Окей, спасибо. Все, там нету с этим хлебом. Ну что, очень красиво сделано, видите как. Давай, бабушка, бабушка Аля, наша тетя Аля, давай пробуй. А чего? На вкус я как? На как на вкус? Драники? Лепешечки, да. Ну, так-то красивые, в принципе. Ну, их надо со сметанкой. Ну, да. Ну, поэтому я попросила просто горячую. Попросила просто горячей воды, он забрал чайник. Нам второй чай не нужен. Ну что, попробуйте как-нибудь. Спасибо. Ну, нам второй чай не нужен был. Это просто вода, да? Да, конечно. А, все, спасибо, да. Ну-ка. Сок. Вкусно. Да? Ну вот, хорошо, ладно. Винс очень любит соль. Смотрите, какое мясо. Именно такое, как Винсент любит. Да. Как заказывал, да? С кровью. Красиво. Ой, ну что, выходим из ресторана. А в ресторане. А в ресторане. Та-та-та-та-та-та-та, цыгане. Винсент, yeah. How was your food? No, yeah, food was good. Yeah? Did you like it? Meat was cooked the way you like? Yeah, of course. Good. Nice. Винсенту понравилось. Вот сейчас Марина у нас видит с тетей Алей. Музычка играет. Ну, did вообще... you like yours? Yeah. That's мы кушали драники, очень вкусные на самом деле. Драники я никогда не делаю, но иногда вот эти в охоточку очень вкусненько со сметаночкой. И еще с лососем подали. Очень вкусно. Вот наши девушки выходят. Красненькие. Девушки, как ваш обед был сегодня? Ну, вкусно, понравилось. Сидели, как ваш обед? Ну, мы хотим так. Знать. Хотите как вам знать, чай? Что? Ну, так. Да. Кроме чай, чая понравилось. Чай с лавками. Чай с лавками. Да. Чай с лавками. Ну, можем чай повторить. Да, чаек можно, да. Феста Роза, смотрите, еще до сих пор. Еще с ягодками. И, боже мой, ну, как... Да, настоящая. Боже, как вкусно пахнет. Роза для вас, девочки, для вас. Смотрите. Look, smell it. Why is it cherry? I don't know. It's like, почему вишни говорит на ней cherries? Yeah, I don't know. That's weird. Oh, yeah. Какие-то с ягодками. Mm. Smell good, yeah? Yeah. Very nice. Да. А почему на розе какие-то ягоды? Ты вот... А, так это шиповник. Подожди.
шиповник. Да, это значит, шиповник. Значит, его можно есть? Ну, нежелательно. Это шиповник. А понюхай, как пахнет вкусно. Роза? Вообще. Ой, да, ага. Я думала, он даже не настоящий. Ой, вкусный. Как пахнет вкусно, да. Yeah. Винсент ага. никогда не видел с ягодами. Это правда, шиповник, это шиповник, да. Пахнет вкусно. Ой, как похолодало. Интересно, что это за вход? Такая вот ракушка, да? Куда? Ничего себе, а ну да, вижу. Так интересно. Ну это такой тоже мини-отель. Там какая-то дверь, что ли, внизу? Да, да, дверь. Гостевой дом, да? Где это Женя? Ну, да. Это хотел. Очень нравится. Очень богатый такой район. Видно. Так, это апартменты Алвин называется. Апартменты это... Что это? Это снимают или что апартменты? Это у нас то, что... Да, да, да. Да, да. А это, ты думаешь, частный дом? Ну, это частный дом. Да? Ну вот, я имею в виду не гостевой дом какой-то, а семья живет, да? Вы смотрите, как тут. Ну, может быть, даже какой-то гостевой дом. Слушай, и у всех заборы. Нет, у всех никто заборы. Никто не живет. Видишь, все закрыто. Дом. Значит, наверное, летний гостевой домик. Ой, вот видишь, садовник. Ой. Здесь хорошо. Ой, чем-то таким жжёным запахло. Кого-то жгут. Какой-то как кожи, да? Ага. А вот эти дома знаменитые арабские, она, да, арабка или египтяна. Так подожди, это что, тоже отель, что ли, типа? Нет, это дома построены. Квартира? Такие, да, квартира. Ну? Да. Угу. Она очень знаменитый архитектор, сейчас я не вспомню ее имя, Мариба, ну вот ну, она. Ну, не важно, да. И вот по ее проекту построены эти дома, но тоже все вот с такими балконами, смотри, прозрачными. Да, видимо, квартиры здесь не продаются, конечно, здесь. А почему не продаются? Это очень дорогие квартиры. А, в смысле, не покупают, что не продаются? Да. А что там Винсент идет, смотрите. Винсент машет мне иди. Let's go! Не, Винсент, мы вот так обойдем, по кругу пойдем. Винсент прям не хочет идти никуда. Не хочет? Не больно ему Юрмала приглянулась? We can walk around, and then we go to our street. Ну а что, вы по кругу решили? Да, не ну, приглянулась что-то... ему, короче, Юрмала, да, ничего ну, не нашел здесь. Да? Нет. Ну видишь, вот это. Здесь красиво летом. По второй виде приятнее было, да? Да, 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 да. Весь согнулся, замерз. Да. Но. А мы с Мариной вот всех ведем здесь. Вот тоже какой-то дом. Это что, дом такой интересный или что это? Нет, это парк. Это парк. Здесь тарзанка, здесь детские всё аттракционы. Поняла. Летом здесь очень много детворы. Сколько же эти квартиры стоят, что прям такие недорогие, никто их не покупает? Ну, очень дорогие. Хоть посмотреть бы внутрь. Похоже, что а интересно, можно постучать и попросить? Покажите нам квартиру. Ну, там все закрыто. Ты думаешь, кто? Нет? Ты думаешь, там кто-то сидит, ждет? А что? Ну, а что? Что мы придем? Куда ты будешь стучать? Шоркат. Пусть бегает. Вы шоркат. Да. This is a shortcut. Все, понятно. Кадо Карим. Вот кому интересно, посмотрите, может кто-то захочет очень квартиру купить. Очень знаменитый архитектор. Очень. Очень хочется посмотреть, неужели сюда нельзя зайти? Вот так зайти и попросить, может нам покажут какую-то квартиру. Ну а что, эти, а как они стоят? Как тогда их продают, если их никто не покажет? Да, смотри, клетка-то какая тут. Тут фиг зайдешь. Созваниваются с агентом, да. Назначается встреча. Ну да. Сады вон. Это, видите как. Винсент кричит, полиция, полиция. Да. Видишь, там на тросах какие-то эти. Они уже давно построены, эти дома. Никто покупать их не хочет. Нет, если бы... I know. Видела, Марина говорит, что ты не помнишь каштаны? Я говорю, нет. Can you eat those? Они бывают такие маленькие, кругленькие, вот, посмотрите, да. Посмотрите, от них где валяются. Eat, yes, if... Но только не эти.
can fry in and then you have to fry them and cook them. And... No, не эти. Я вообще никогда не видела. Посмотрите, я еще Марину говорю, что это за ежики какие-то валяются. Не было в Рыбинске каштанов. Scroll, scroll. Yes. You have to bring to our squirrel. Нам надо привезти, надо привезти на флоридским, с этим белкам. All the way from Florida, from Lafayette. Да что вы? Не было в Рыбинске никогда, что я никогда в жизни не видела. На счастье остались. Да, на счастье. Я никогда не видела этого чуда. Представляешь? Вот видите, сколько там этих валяется от них. Да ты не Марина находит. Ну-ка покажи. Бывают такие надо же, красивые, какие клевые. Бывают такие маленькие, красивые. Это как знаешь, фундук, большой фундук. Ну да. Maybe hold it. It's for happiness. It's for happiness. It's for happiness that you be happy. I got my nuts right here. Yes. I hold them in my hand. Где ты хоть находишь ты? Посмотрите, сколько тут этих. Вот этих каштанов. Они уже все отошли, было очень много. Да что ты? Вон еще один. О, Винсент, take it. Ну, возьмите еще. That's cool. Oh, look at that. Oh, I want more. Каштаны собери. Ничего себе. Да. Там кому-нибудь тут какой-то он. Подари. Ну, только скажи, что они... I got no more room. No more room, Винсент. Так, где еще каштаны? Ничего себе. Ну, смейтесь надо мной, я не знаю, что хотите делать, но не видела я каштанов никогда. Надо же. А никогда. Ну, а где дерево, листья-то хоть каштанов? Вон. А. Дерево каштановое. Потому что это клен уже. Клен, я знаю. Клен? One more. One more nuts? Yeah. What are you going to do with these? It's for presents. For present? Yeah. Did I feed them to squirrel? Короче, нашим флоридским белкам мы везем в подарок каштаны. Посмотрим, как они примут это, потому что у нас есть белки, которые живут у нас на бэк-ярде. Да. Конечно. Одна и та же все время сидит. Мы завтракаем, она на дереве сидит и смотрит через окно. Я знаю, так что каштаны им привезем, посмотрим, как они будут их чавкать. Называется буфетный кот. Ой, это такой красивый. Такой. О, вот это как кот. Котярочка. Симпатичная жматярочка. Ну-ка посмотреть на себя. Угу. Кого-то увидел мышку. Бабушка у нас на пакетике сидит. Мам, ну пакет-то убери. Я его и оставлю. Правильно, а что же ей зато не холодно? Да. Вот они оба, видите, сидят у нас. Конечно. Подустали. Да. Подустали. Марина нашла больше каштанов. Да там их полно, только красивых. Они грязненькие. Ой, какие красивенькие. Грязненькие. А где ты, покажи, где? А, ну, вот вон еще. Вон земли, вот маленькие точно. Такие, вот-вот, кругленькие. Так что с ними делать, их кушать? Ну нет, ну сейчас нет, их надо, когда молоденькие там. Да, много, жарят, много тоже каштанчиков. Этот сорт. Еще нет, один лежит. Еще один лежит. Ой, да. Ой, да тут целый прям вообще. Да. Как за грибами идешь, один увидишь, а потом вон, 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 еще, еще. Видите, собирают, играют, а то. Их тут много каштанов. Надо вот маленький такой тебе, не? I brought you something. What's your present? Here. Oh, come on. I got take no more room. It. Take it. I don't have any room in my pockets. That's I don't, good. Hey, you put them in your pockets. It's for you. No, it's for you. Maybe. I'm going to go plant them. Hey, bird. Look, big nut for you. Stop. It's for our squirrels. He almost killed them. Here. Baby. It's for our squirrels. Here. Here. I'll give you a squirrel. Come here.
I'll give you a scroll. I'll give you a big scroll right here. You ready to go home? I am more than ready. How do you like Jurmala? Jurmala? Yes. How do you like it? I guess it would be a lot better during the summer. Он говорит, наверное, лучше было бы, конечно, летом. Yeah. Ну да, а летом, конечно, тут красота. But it was okay. It was good for a walk. А у него уже было на шапке написано Рыбинск. Да, он перевернул. Пожалуйста, на Рыбинск. Рыбинск наш. Тетя Аля вот тоже из Рыбинска у нас, да? Да, да. Все из Рыбинска мы. Ну да. Рыбинские. Рыбинские рыбки. Ну, Марина уже рижская. Марина рижская. А мы рыбинские рыбки. Это мы когда с Иркой сидели, ну, Локалова, ты ее, наверное, не знаешь. Ходили, все пароходы встречали, по Волге идут. А, да, да, и вот с причала шли такие молодые парни, а мы с ней сидим вот на скамеечке, они все проходят. Один спрашивает нас, вы рыбинские рыбки? Да, да. В рыбинские рыбки. Марина, видите, побежала, смотрела расписание, ну и все. Бедный Винсент, как воробей, замерз, как взъерошенный, как воробей. Ой, да. Жалко, очень жалко, что такая холодная погода все-таки. Сегодня еще холоднее, чем в те остальные дни. Но, кстати, скоро потеплеет. Yeah, really good. It's so nice. Винсент мечтает о ванной, о горячей. You dream about hot tub? Oh, I thought I'm there. I'm swimming right now. Я уже там, говорит. Что-то не понравилось ей мужчине. Ой, да. Ну так, ой, вот да, если да. Кто захочет, да. Инвалидом здесь уже инвалидом. Точно никак. Это вообще, это такие, посмотрите, какие лестницы. Ну, да это... жутко. Как вы нет, подняться? Но у машиниста, по-моему, в первом вагоне должна быть выдвижная эта тележка. Да. Должна, да. What we're saying, Vincent, that
That is so high that the how would handicap gonna do? No, won't be able to. No. Аля у нас уходит, но не навсегда. Мы сегодня с ней прощаемся. Теперь я когда вас увижу? Завтра не увижу. Мы можем завтра в Югенстрит пойти гулять. Винсент говорит, как она сама пойдет без всех? Ничего. Как же она одна? She's young woman. Скажи, что ему хорошего отдыха я желаю. Так, мы приехали в Ригу из Юрмалы, и как-то в Риге-то повеселей. Тут туснято побольше, как вам скажу я вам. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Everybody's carefree, everybody's carefree. Don't you wanna party? Standing in the crowd, feeling your heartbeat. Don't you wanna party? Don't you wanna party?